Друзья, всем привет! Сегодня у нас 28 мая. Скоро лето. Вчера у нас был тяжелый день. Не тяжелый, скажем, насыщенный. У нас был внук. Сегодня мы решили заняться. И показывая вам, клубничка наша начала. Мы начали искать. Понятно, что у нас есть. У нас есть. Вот мы выкопали кустик клубники. Начали разбираться. Увидели, что майский жук, который может подъедать. Думаем, сейчас найдем. Где-то только что мы его выкопали. Сейчас найду. Вот он лежит. Лежит, и по всей видимости это личинка и подъедает, поэтому решили бороться. Нашли некоторые народные методы. Люди берут нашатырный спирт, подливают, вот так они объедают, и все, и побежал дальше. И дальше побежал творить свои чудеса. Поэтому мы сегодня будем с ними бороться. Будем химией, да, поливать? Да. Народные методы не работают, поэтому сегодня мы их будем... Мы купили антихрущ. Будем антихрущом обрабатывать. Вот некоторые есть нормальные. А что творят? Та, которая клубничка, все-таки еще корен остались, корни. Попробуем посадить и поливать постоянно. Будем наблюдать. Вот то, что мы и ожидали. Мы тоже думали, что это именно они. У нас лет 5 назад было, когда они съели нам всю грядку клубники. Вот такой, такой красавец. Вначале он съедает клубнику, потом он ест все. Сливку он у нас подъел, молоденькую. Все молоденькие корешки. Вот эти, вот эти красавцы все это съедают. А тут нашли прямо он корешок. Это он только что упал. Упал он. Прямо он. Он прицепился на молоденьком корне. И он его ест. Так, надо убрать его. Убрать их, конечно. Ну, вот, я не знаю, я вам говорила, называется мы. По-украински это хрущ, личинка хруща. Гробак. Гробак, оказывается, муж мне подсказывает. Называют на него у нас называют гробак. Вот. Личинка майского жука. Россияне говорят, о, иду. Россияне рассказывают о нем, как личинка майского жука. Так красиво когда-то писал Шевченко. Хрущи над вишнями гудуть, а ці хрущі творять отакі діла. Ох, как вот это же. От ми вже 4 штуки наш. Такой откормлений. Это уже на следующий год. Откормлений. Хрущ. Он що творить? І де він? Ну, естественно, возле корешка клубники. Тут сожрав тоже. Стыдно тебе, да? Что ты натворил? Да нека же не стыдно. О, девушка идет. Привет. Ты здесь? Если для нашей коты, то да. Может хоть птички едим. А лучше уж птички у меня будут. Ты пришла, помощница, да? Ну, видишь? Хрущи, или так красиво называют майские жуки.
цього треба задушити. Валір, візьми, бо я його боюся. Чи? Візьми, будь ласка. Хороший, на наступний год. Такий відкормлений. А ці риби на нього клюють чи ні? На хруща не знаю. Він же такий красивий, такий упітаний. Буська, ти теж прийшла, як? Нічого не... Да? Буська, ти помощниця? Молоді. Хі-хі-хі. Ти моє хі-хі-хі? Хі-хі-хішка. Ага. Я дивлюсь свіжу. Тихо сюди. Куди це зайшло? Тут і так... Короче, з'їдають все, що бачать. Ну, думала, обійдемося без хімії. Прийдеться їх травити, цих друзів. Підкормити треба їх. Ну і що там наші помідори? Я думаю, я покажу вам. Скоро. А муж все займається клубникою. Все вылавливает личинок майских жуков. Девушка пришла в помощь сюда. Вчера они все прятались. У нас вчера был внук, у нас был очень насыщенный день. Сегодня искали, что, где, куда. Все животные убегали, прятались. Ну а сегодня мы уже можем с ними вот так. Молодежь у нас вчера буяли все. Это наш трусиха. Так внимательно смотрит. Боится всех и вся. Мамка! Оф! Уже надо туда садиться. Куда? На берег, высаживаемся на берег. Высаживаемся на берег. Вот так. Она уже спускается. Спускается, все. Это наш помидор 1700. Друзья, те, которые только подписались и не видели моих предыдущих видео, рассказываю. Семечко этого помидора мы посадили в декабре с надеждой, что он нам даст плоды на Новый год или в январе, либо в феврале. Но не получилось. И эта рассада, назовем уже его, выросла высотой 1700 миллиметров. Теперь мы его Муж бурчит там все время, да. Будем садить сейчас клубнику, высаживать ту, которая повяла. И вот по этому помидору мы его ждем. Уже вижу, будет зацветет. И эти пионы уже пошли. Запах. Жаль, что камера не передает запах. Дашка, как дела? Друзья, кто не подписался, подписывайтесь на мой канал, поддерживайте мой канал, пишите комментарии, кликайте на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч в эфире. Всем хорошего дня!